Электричество у нас отключили. У нас здесь все рубильники, все включено. Здесь все нормально. Да не страшно. Так, я пошел за кусачками. Я занимаюсь. Пока выключаем. Мы потом вам, друзья, покажем, что у нас здесь произошло. Вот так вот. Это нечто. Первый раз такой. И пакетники не сработали, самое главное. Ну и поэтому, естественно, не было пожара. А так бы тут это все пыхнуло бы. На раз, два, три. Вот смотрите, я вам покажу. Вот так оно выглядит с этой стороны. Вот я отбил. Так оно с той стороны. Вот так. Вот смотрите, что получилось. Все расплавилось. Это все на замену. Ладно, давай по-вашему. Ну все, эту розетку мы починили, заменили ее. А это у нас удлинитель, который воду дает на скважину. Поставлен. Ну все. Все нормально в щитке.